Всем привет! Недавно заправлялся, бензин уже стоит 4,99. Я слышал, что на других заправках цена доходит там и до 5,30, и 5,50, если, ну, в зависимости какой бензин, регуляр или супер. В общем, цены поднялись, причем на все, на продукты тоже, на одежду. Поэтому, как говорится, на злобу дня, стихи военного времени, значит, премьера стихотворения «Инфляция». Захожу в гастроном, глаза разбегаются. Смотрю, цены, потом зрачки расширяются. Открываю кошелек, денег не вижу, ёк-макарёк. Пойти ли что ли к окулисту? Или выпить грамм так 300? Браток, инфляция не тетка. Не поможет окулист, не поможет водка.